Так, ну вот я немножко поела, пока тут включала запись. Чуть не убилась, боже мой. Так, вот такой самый сейчас, самый такой приятный, ну не самый, но в общем, сейчас такой рост у червячка очень благоприятный, в том смысле, что он такой быстрый, маневренный. Вот, а все, что там больше 5000, там уже все-таки другая игра идет. Вот сейчас еще пока можно пошустрить. Вот. На большой скорости, потому что потом уже он будет, конечно, ну, такой, как поезд, такой, бу, поехал там, ну, в общем. Так, ты, нет, он мне не дается. Ну, ничего, ладно, не даешься, мы, значит, съедим все равно здесь, подъедим. Видите, как можно тут, ну, хотя бы, ну, так вот, конечно, пиратская такая игра, в плане, что бессовестная игра, здесь все отбирают чужую еду вообще, вот как я сейчас, например, да, сделала. Вот. Ну и как же и твою забирают? То есть это вот абсолютно бессовестная игра в этом смысле. И все тут, каждый за себя, тут никто тебе помогать не будет. Вот. Поэтому, к сожалению, тут, ну или не к сожалению, просто такая игра. Вот. Чем больше ты подбил, тем больше ты съел, тем больше ты стал. Вот. Так что это, конечно, думать о том, что тебя тут кто-то пощадит, конечно, такого нет. Ну и тебе щадить тоже смысла нет. Вот. Больше поел, больше очков набрал. Толще стал, круче. В общем, это круто, конечно, быть таким большим и толстым. Выходить в топ. Вот. Но немножко игра другая становится, когда такой большой червячок уже. Он такой более менее поворотливый и так далее. Так, ну ладно, все. Что у нас тут? Давайте по ходу посмотрим, что у нас тут по ходу. Так, ну малек вот этот. Малек. Ну, играю я в середине. Ну, я в основном люблю играть в середине. Вот, когда уже просто реально очень большой у меня там, допустим, размер, тогда уже, конечно, в середине лучше не играть. Ну, вот как по мне. Может быть, кому-то это и нравится, мне нет, потому что там такая толпа, и вообще там, когда ты большой, то там больше надо окружать, а не подрезать, скажем, да. Но я как бы по своей сути больше люблю, честно говоря, подрезать. Вот, ну тут вот мне их не взять как-то в плен, что-то как-то они не даются мне здесь. Ой-о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 й, дайте хоть не что-то поесть, потому что ну как-то это неприлично забирать всю мою еду, ребята. Вы же вообще обнаглели, конечно. Вот так всегда, вот так всегда. И вот особенно обидно, когда ты такой вот только маленький-маленький, вдруг подбиваешься какого-нибудь гиганта. И хочется как бы что-то поесть вообще-то. Но все съедается, вот просто все. Вот. То есть вот такие вот штуки здесь. Это норма вообще. Да, и конечно же я не полезу, зачем я буду убиваться. Ну, ради там глотка этой еды, понятное дело. Вот, поэтому вот так, малечки. Ну, хоть малечки тоже приятно. Вот, ну, конечно, у меня уже такой сейчас такой размер, что можно брать в плен реально. Вот, ну, мне сейчас вот желтый не даст, это было видно. Желтый не даст. Зеленый. Его так просто вот этого зеленого не взять, крылатку глаза вот этого. Потому что он, ну, следит. Его только можно окружить только тогда, когда он будет активно кушать. Когда у него будет много еды. Так просто он не сдастся. Можно даже за ним не охотиться и найти такую, ну, более слабую жертву. Вот. Для того, чтобы его. О, еще одна крылатка. Какие смешные. Два глаза. Вот видите, кто-то должен убиться. Ну, вот эта вот крылатка, собственно, она и убилась. Вот теперь и вторая тоже. Вот, ну, моя задача сейчас, самое-то главное,
как можно больше съесть, понимаете, и тоже не сойти с ума от такого количества пищи, да, чтобы ни на кого не налететь. Вот. Так, где я играю? Ну, вот видите, не совсем середина, поэтому я могу хоть как-то здесь в свободном доступе более или менее получить еду. Так, вот я взяла еще носатого в круг. Насадку взяла, насадочку. Ну, он, конечно, маленький, но все равно приятно, понимаете? Вот хоть чуть-чуть, но... Так, надо не забывать, что я уже... Так, меня сейчас хотят взять в круг. Я тебя поняла, твое намерение. Вот, поэтому я сейчас вот так вот удлиняюсь. Вот, ну и все, видите, я удлинилась, оставила... О, как хорошо. Оставила... Нет, я не хочу! Я не хочу еще гибнуть. Так, у меня тут немножко еды. Ну, собственно, вот у меня манера вот съесть все до последней капли. Хотя это неправильно. Потому что иногда надо ее оставить, и все. Вот. Так, ребята, надо как-то нам здесь... Ну, как я могла вообще? Ну, это вообще... Это обидно.